Привет, мои дорогие. Давайте я вам расскажу мой личный бред, как я представляю жизнь душ на Земле. Да, ну вот я там смотрела всякие информации, читала, слушала. И вот рассказывают, да, вот что там есть другие мира, другие вселенные, все параллельные. И что вот наша Земля там, она намного больше, это типа как только остров. А вот где-то там вообще такая же, что, ну, красота неземная. Вот они там просто наслаждаются, что, ну, никто не может даже у нас на Земле представить, насколько там хорошо. А представьте, да, когда у вас все хорошо, долго, там тысячу лет вы живете, и у вас все хорошо, да, и вам становится скучно. Вот как люди, да, от добробыта хорошо, им там все, вот они живут где-нибудь в Швейцарии, и вдруг раз, поеду в Африку, буду там прививки ставить там каким-то умирающим от малярии детям. И вот человек просто от добробыта начинает искать себе проблем на голову. И вот так же у нас на Земле происходит, да. Вот эти вот души там где-то жили, им так хорошо, все рай, они там что-то в белом ходят, все такие. И вот такие сидят эти девчонки там. Ну, представим, да, вот так вот. Ой, одна такая говорит, ой, вы знаете, говорит, на землю хочу, хочу вот пострадать, хочу вот так вот, как в кино про любовь. И вот она идет, и, короче, и там где-то ресепшн, да, и она говорит, вот на землю хочу. И ей так дают бланки, говорят, вот выполните. И она смотрит. Какие там условия, да, вот, вы хотите родиться мальчиком, девочкой, она такая, девочкой, какой красивой, некрасивой, она такая, вот красивой хочу, в семье какой, она, ну, страдать же хочу ехать, да, давайте в семье алкашей, хорошо, вот зазначила она там дальше, вот вы вырастите, там, муж у вас будет, кто муж будет, наркомана хочу, ну, я ж и лечу там, на землю, чтобы пострадать. А дети у вас будут? Будут. Пятеро спиногрызов пусть будет. Все неудачники, но я же страдать хочу страдать. А жизнь тяжелая, работа, вот полы буду мыть. Буду красивая, мыть полы, все, буду страдать. Все, она выбирает такую жизнь. Ну, она же, что из добробыта-то, в добробыт-то лезть-то? А условие такое, да, что вот, чтобы вернуться назад, нужно так прожить эту жизнь, чтобы не осталось никакой кармы, никаких обид, никаких жалостей, ничего к себе. И вот она прилетает, рождается в этой семье алкашей. Вот она такая прям распрекрасная, и всю жизнь у нее муки, страдания. Она-то забыла, что она играть-то приехала. Она-то думает все по-серьезному, по-настоящему. И она начинает страдать. Она не может мужа простить. Она там детей потом своих проклинает, шефа своего там ненавидит. И набирает она, короче, кучу кармических долгов. И никто ее уже назад в этот рай не заберет. Она, короче, в конце умирает со своими обидами. Еще лучше всего от какого-нибудь рака, да. Ее там в конце спрашивали, от чего умереть хотите. Она, от рака хочу умереть. Мучиться хочу, страшно. Вот она умирает, приходит там в эту опять ресепшн. Ей говорят, а девушка, вам нужно, вот давайте, кармические долги, ненависть к матери, раз. Там, а вот вы алкашей полностью отрицаете, а надо вот как-то пройти это, да, вот. Дети у вас были не очень, вы детей своих не любили. Вот давайте назад на землю, вот пройдите вот еще раз вот это вот все и вот отпустите. Вы должны же чистое вознестись. Вы же не можете сейчас вот набрать этой ненависти, этого недовольства, этих обид. И вот как вы, ну, да, в рай-то попадете? Давайте перерабатывайте. И вот ее опять забрасывают. И вот она будет проходить эти круги ада, пока она не начнет вот акцептировать своих родителей, алкашей. Пока она вот со своим мужем, наркоманом, кто я там придумал, наркоман, пока она вот к наркоманам не начнет равнодушно относиться. Пока она детей своих не примет. И вот так вот этот, например, родителей приняла, ну, в следующей всей жизни она вот в хорошей семье родится, но опять же наркомана получит. Или сама наркоманкой будет. Пока не примет эту наркоманскую-то линию. И вот так вот крутятся вот эти вот души в этих жизнях с одной в другую, в хуже, лучше. Пока вот просто не дойдут уже до какой-то точки,
принятие всего, всей несправедливости, всех вот этих мучающихся котят выброшенных, там этих бездомных на улице, всю эту несправедливость, эти убийства китов, не знаю, что еще там, в чем еще там такая жизнь-то, этих африканских детей, пока тебе уже не будет вот так вот полностью вот так вот обоим, пофиг, короче, безразличие, когда к тебе придет, и ты такая потом: в Тибет хочу. И вот последняя жизнь такая, да, вы рождаетесь, вы понимаете, что вам не нужен ни муж, не нужны вам ни дети, что вы уже все прошли, во все наигрались, в семью, там, в страдания, в Тибет. Собираетесь, едете, закрываетесь где-то в монастыре или где-нибудь в лесу, покупаете избушку. И вот так одна, одна, совсем одна. Начинаете медитировать, принимаете весь мир с его со всеми недостатками, потому что кто-то эти недостатки создал. Кто-то это создал, чтобы потом в этом играть. Вот мой сын играет там в компьютерные игры. Я смотрю, боже, кровища фонтанами. Все друг друга убивают, бегают. Кто-то же создал это. Вот и нашу матрицу кто-то создал. Да. Так играйте, играйте, играйте. Хотите страдать, страдайте. Вы знаете, когда смотришь вот такое кино американское или там русское какое-нибудь, «Москва слезам не верит», смотрите, героиня страдает, а вы ей так завидуете, Господи. И вот, вот мы приходим. Только мы забываем то, что мы пришли играть. Играть в страдания, переживания, обиды. И вы представляете, да, вот вы там оттуда прилетели сюда, и вы хотите наесться этими страданиями, что потом опять там где-то на 2000 лет душой залечь где-нибудь в каком-нибудь раю и наслаждаться, там, не знаю, что-то, росу какую-нибудь неземную пить, ножками дерботать, там, летать крылышками. Не знаю, что они там делают, какие они там. Не видела, не была. Когда-нибудь наверняка попаду туда. Ну вот. Хотите страдать, страдайте. Я вообще сейчас вот к этим страданиям, к этому, вот они такие все несчастные. Ну, они так хотят. Это их игра. Они такую игру захотели. Между прочим, из этих страданий всегда легко можно выйти. Только они выхода не видят, потому что не хотят. Им надо в это наиграться, чтобы сказать: все, надоело. Знаете, когда мороженое любишь, 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 и жрешь его, жрешь, пока оно уже тебе вот так вот не осточертеет. А потом все, уже и мороженого не хочется, да? Еще каких-нибудь там деликатесов переходишь на что-нибудь другое, да? Или вот там женщина мечтает: ой, хочу, чтобы муж меня бил. Да, вот пришла, ну и лупит ее. Сама выбрала такого агрессивного, доводит его, получает пизделей там, бегает, ой, он меня бьет. Зато она в центре внимания. Ходит вот с таким синяком, фингалом под глазом. Зато у нее экшен. Зато у нее каждый день мексиканский сериал в доме. Да. Давайте. Всем желаю мексиканских сериалов.